Так, ничего не понимаю. Тут же была моя мусорка, кусок лавы, а сейчас тут загрузочная воронка. Так, а я не поняла, а ты вообще где? Ну-ка, выходи давай, у меня к тебе серьезный разговор. Обещаю, бить не буду. Не хочешь выходить, значит, да? Ну, я тебя тогда сама найду, я же знаю, что ты здесь. Фу, подумаешь, я тебя запросто сейчас найду. Ты где, в бассейне поди плаваешь, да? А, нет у тебя. Ладно, может быть, в джакузи, хотя нет, в джакузи бы я бы сразу заметила. Ничего, я тебя сейчас найду. Подумаешь, у нас тут миллион гектаров земли, да? Я тебя вот сейчас прям вот бац, вот ты тут. Ага, нет у тебя здесь. Что ж, ладно, сейчас. Погоди. А ну-ка. Ну-ка, это что там у нас такое? Ой, здравствуйте. Это у нас такая рыба замечательная в аквариуме плавает. Новый сорт, да? Новая порода рыбки. Здравствуй, рыбка, как тебя зовут? Бульк. Бульк тебя зовут. А ну выходи давай, блин, быстро! Куда? Ну да, как ты меня здесь заметила? Ты почему вот это растение сломала подводное, Кать? Слушай, давай мы начнем с того, то что я все могу объяснить с самого начала до самого конца. Я все тебе объясню, Кать, пожалуйста, хватит за мной бегать, ты меня очень сильно напрягаешь. У меня такое ощущение, что меня через пару секунд убьют, поэтому это не покидает меня, пожалуйста, успокойся. Пожалуйста, Кать! Я не только растение сломаю, сейчас тебя сломаю, если ты мне сейчас же все не объяснишь, что это за загрузочная воронка? Я все объясню! Ну ты стань на месте, ну Кать, ну это не очень хорошо. На меня влияет, когда ты за мной бегаешь. Так, смотри, произошло недоразумение. Таким вот способом я поставил туда воронку, чтобы ты выкинула свои вещи в лаву, они не сгорели, они попали в воронку. Тем самым я вернул себе свои законные вещи, которые ты у меня украла 2 серии назад. Вот, и эта незритая бронька, она как бы моя. Все подписчики писали, что ты немножко обнаглела, поэтому я вернул себе все свои шмотки. Все, конфликт закончен. Подождите-ка, а нагрудник-то я вообще-то нашла? Нагрудник мой? Это в качестве моральной компенсации. То ты у меня украла ботинки, а нагрудник я забрал, потому что, ну, моя психика пострадала из-за тебя. Оставил просто свою девушку в трусах щеголять по деревне. Все понятно ну, мне. Ну все, больше не бе... Ну это наказание, это подписчики придумали, чтобы я тебя так наказал, понимаешь? Прикольные у тебя подписчики, наказывают еще всех. Ну понятно, знаешь что, я пойду торт есть одна в дом. Все, и ко мне не подходи больше, я пошла, ухожу. Все хорошо, давай иди в дом. Торт есть. Так, это подожди. 8. Ой, Катюшка! Ты на меня обижаешься, да? Я на тебя обижаюсь. А, то есть, да, вот так прямо ты на меня горишь, что ты на меня обижаешься, да, получается? Вот так прямо я тебе говорю, что я на тебя обижаюсь. А, ну это хорошо, что ты на меня обижаешься. Ну, точнее, ничего здесь хорошего нет, но это хорошо, Кать, это хорошо. Сейчас, дай мне 2 минутки, Кать. Да хоть 4, мне вообще все равно. Ну, дай 4 тогда. Да вообще хоть можешь уйти до завтрашнего дня. Опа, потом так, и потом, и потом вот так все. Ой, ну слушай, Кать, ты это самое, ты не была на моем прошлом стриме, который был вот это, во вторник был, ты не была же? Была. Была? Ну, я вообще-то с тобой созванивалась. А, ну хорошо, но ты же не видела, да, что я там делал, да? Нет, не видел. А, ну это хорошо. Я тебя попрошу, спустись, пожалуйста, на первый этаж. Я тебя здесь жду, у меня для тебя небольшой такой вот такой сюрпризик есть. Это я попрошу тебя подняться, потому что я не хочу покидать свою розовую кровать. Хорошо, я сейчас поднимусь к твоей розовой кровати. Так, ну чё ты обижулькина такая, ну развернись, пожалуйста. Чего? Ну не обижайся, Кать. Обижаюсь. Ну не обижайся. Обижаюсь. Ну, Кать, ну пожалуйста. Я ничего не понял, что ты сказала. Ну все, короче, Кать, вот стой так, стой, обернись туда. Так, это прочее. Короче, тут очень сложно, тут все очень сложно. Но, короче, держи. Вот это, потом вот это и вот это. Чего? Надень это все. Ачивка, чтобы была, надень.
Подожди, так она тебе что тогда? А, ну так я на прошлом стриме же нашел еще 8 незерита, поэтому я скрафтил тебе еще 2 новых кусочка незеритовой брони. То есть у меня теперь полностью комплект? Это мой нагрудник? Это вот твои ладные доспехи, Катюха! Это ачивка твоя, новая! Да ладно, а за что? Почему мне так это все вот это вот и отдал так просто? Ну, я иногда тоже бываю вредной задницей, иногда я тебя очень сильно троллю, и ты все же как бы моя девушка, поэтому я должен делать тебе подарки, извиниться за то, что я у тебя украл вещи в предыдущей серии. Не, ну как бы ты согласишься, что это прикольный был троллинг? Я тебя так развел, как последнего лохозавра, вот это. Но извини, пожалуйста. Да, прикольный был троллинг, спасибо за вещи. Спасибо, вот я твоя девушка, я достойная этой брони, все, пока. Ну хорошо. Не, ну ты как бы можешь себе оставить вот эти штаны и мой шлем. Не, я как бы был бы не против, если бы ты мне отдала его обратно. Но это твой подарок, я потом себе другое добуду. Вот потом, 2 комплекта у нас будет. А, так ты мне еще и свои шмотки отдал, что ли? Ну это подарок мой тебе. Отлично, спасибо за такой шикарный подарок. Так тебе и надо, это вот тебе за троллинги все мои вообще. Вот в этом всем сезоне и вообще за всю жизнь. Так, ну а вообще у нас сегодня в городе прекрасный день, самый лучший день. Да, настроение у всех должно быть радостное, хорошее, ведь у нас праздник в деревне, ну! Какой праздник? Ну 1 июля сегодня, ну это разве праздник? Да не, пойдем за мной покажу. Ну давай, придумала себе опять какой-то праздник там. Да ничего я тебе не придумала, сейчас все увидишь сам. Вот праздник! Милка, батончик Иван? Булочка с корицей? А чё за праздник-то? Да у моей булочки-то сегодня день рождения! Ей 18 лет сегодня! Какие нафиг 18 лет, если она только недавно родилась? Когда ей 18 лет-то успела исполниться? А, это у кошек жизнь такая, она у нас нынче быстро движется, течет, вот, поэтому вот. Короче, собираемся и уходим, Милка. Фу, Милка, батончик, да как тебя зовут-то? Булочка с корицей! Во, идем за мной! Она у нас появилась серии 50 назад! Как за 50 серий 18 лет-то успели пролететь? Я чё-то вообще не понимаю! Да, вот именно, что ты ничего не понимаешь в кошачьей жизни! Сейчас все будет, подожди, сейчас все мамочка устроит! Сегодня, в этот торжественный день, я хочу преподнести моей маленькой булочке подарок, а ты устраивайся поудобнее, и сейчас я посвящу песню. Песню для булочки с корицей. Ты сегодня взрослее стала, и учебу ты прогуляла, позвала всех своих подружек, все пофиг на куплет, теперь припев, забирай меня скорей. Увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 мне уже. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, я ведь взрослая уже, у-ху! Тебе 22, а не 18, какие ты чё прибедняешься? Эй, да не мне 18, вон Милке 18, в честь этого я хочу найти ей парня. Да она не Милка, она булочка с корицей. Попу, короче, булочка с корицей, хочу парня ей найти, она уже взрослая, она достойна. Не, ну как бы, я читал комментарии, подписчики в комментариях, ну много всего интересного пишут. Я там видел то, что там кое-кто писал, чтобы мы булочки с корицей парня нашли, ты оттуда вот эту идею сейчас взяла? Ну, если честно, то нет, но я уверена, что у нас с подписчиками телеканез, телепатез. Телеканез, да. Слушай, телеканез. Ну если 18 уже, и пускай ее забирают скорее, увозят за 8 морей и целуют везде, потому что она взрослая уже, ну давай тогда ей пацана найдем. Так, подожди, слушай, а кого будем искать? Может быть, пустынного? Нет, Кать, в деревне! Тот кошак, которого ты в начале сезона нашла и там его забыла, может, его сюда присобачим? Ну, во-первых, он уже старый, во-вторых, он деревенский, а моя булочка с корицей нет. Ей нужен такой прям брутальный, красивый молодой человек. Ага, то есть ты хочешь редкого прям кошака, да? А какие редкие коты есть у нас в Майнкрафте? Ну-ка, давай подумаем. Ну, есть один самый редкий кот в Майнкрафте, он такой полностью черный, у него оранжевые глаза такие, и я уверен, что он тебе понравится, но тебе не понравится то, где он находится.
Слушай, это то, что нужно. Будем выращивать породистых котят. А где он находится-то? Где? Он живет у Маринки дома. А, у этой корги старой, блин. Ну слушай, так. Ну мы можем же к ней пойти и украсть этого кота, и потом просто вот сюда притащить к булочке с корицей. Маринка ничего не узнает, Кать. Слушай, а это идея. Мы реально сейчас пойдем и просто его хоп, скоммуниздим. Только знаешь, что нужно сделать? Нужно зелье невидимости сделать. Я что-то Маринку вообще видеть не хочу. Прям что-то вообще прям бесит она. Ну все, хорошо. Тогда сделаем зелье невидимости, подкрадаемся к Маринке, коммутиздим кота и приносим его сюда обратно к булочке с корицей. Так, булочка с корицей, ты нас будешь ждать здесь. Все, мы тебе скоро приведем самого очуменного парня на галактике всей. Все, погнали. Забирай меня скорей, увози за 100 морей, целуй меня везде, мне скоро 25 лет уже. Кошмар. Кошмар, 25 лет, ёперный театр. В этом сундуке находятся все необходимые тебе ресурсы для зельеварения. Ты же как бы у нас, Катюшка, профессионал, да? Вот берешь, варишь зелье, и мы с тобой топаем к Маринке. Давай, покажи всем подписчикам, как это делается. Я его уже взяла из сундука, одно и второе пошли. А, у нас там готовое было зелье. Ну я хотел, чтобы ты подписчикам показала, как оно делается, Кать! Подписчики сами знают, как делается зелье невидимости. Пойдем. Ну, вроде бы на месте. Маринка дома, посмотри. Да, вроде дома. Только ты посмотри, какую она халупу-то построила посередине почти всего океана. Не так-то просто туда до нее добраться даже. Вот она хитрая старуха, а! Бесит она меня уже. Ладно, короче, меньше разговоров, бьем зелье невидимости, кошака воруем по лодкам и домой. Ну все, давай тогда выбрасывай быстро! Оп, и оп. Но броньку надо снять. Да, броньку-то сними, а то выглядит как-то не очень. 7 минут 46-45 секунд. Но вроде как мы с тобой, Катя, должны успеть. В лодку сядь, в лодку, или ты уже в лодке? И кто? Да, ты не видишь плывущую лодку? А я-то думаю, кто лодкой управляет? Не я же ее управляю. Все, давай, подплывай к дому. Я, кстати, уже кошака вот этого вижу, Кать! Так, все проще, чем мне казалось. Все просто, сейчас берем его на поводок, сажаем, и все, даже Маринку не разбудим. Подплыви ближе, вот туда ближе, подплыви еще чуть-чуть ближе. Ну, ты кувшинки эти не сбивай, вот так, вот так. Так, и что дальше теперь делать-то, а? Ты где вообще? В лодке с тобой! А, да, ладно. Так, может быть, это сломаем дом? Вот так вот. Да убери ты кирку, она же тебя сейчас увидит, Кать! Ой, тихо, все, короче, это самое, давай ты эту миссию выполнишь, я тебя в лодке подожду. Ты главное, Катя, не пались, я сейчас вот так быстренько, тихонечко, вот так тут все выстрою. Ты в лодке? Да в лодке, я в лодке, а это, меня не видно, я незаметная, да? Ну ты невидимая, конечно, тебя не видно. А, ну все, это хорошо. Так, слушай, мне очень интересно, она реально меня не заметит? Ты сиди там. Так, Маринка, это... Ой, она меня видит с этим зельем! Да как она меня видит, если я невидимый? Ёперный как... Кошака под эту... Как он? Кошак в воду выпрыгнул, сейчас, подожди! Кошака цепляю, кошака зацепил! Вижу кошака! Кошака вот это запидюкивает туда, Катя, на меня сейчас когтит, у меня два сердечка осталось, я же сейчас когтусь вообще! Живи, пожалуйста! Я вижу кошака, это ты его что ли... Это я его так, зацепляй его в эту лодку, давай, как-то надо его туда засадить! Так, сажай там! Он сел! Так, все, вези его домой быстро, у меня еще одно дело осталось, я быстро, сейчас, пять сек, жди, надеюсь, она меня не заметит. Куда еще одно зелье, какое дело, Кать, нам домой надо уматывать, ты где? Да тихо, сейчас все будет, тихо, не это самое, не парься, все, погнали. Так тебе не надо, старуха вот эта вредная, моего парня чуть не загробила и кошака моего будущего зятя, или как он там называется, все, счастливо оставаться, валим. Ты знаешь, что означает прийти и незаметно украсть кошака и не спалиться перед Маринкой? Ты зачем сейчас дом ее взорвала? А пусть будет знать это самое, вот что, как вот, да, вообще она меня бесит. Просто бесит. Пусть получается все. Бедная Маринка, господи, прости. Мы хотели все по доброте сделать. Но с Катей по доброте не получается. Ладно, Кать, я тебя тогда дома буду ждать. Ты плыви тогда, хорошо? А, подожди, я Маринку-то убила. Можно уже спокойно теперь домой уезжать. Подождите меня. Я поеду, и там мы тебя встретим, давай. Ага. Эй, я-то без лодки осталась. На Ярике поплыву тогда. Ярик, подойди сюда, пожалуйста.
Земля! Вижу землю, кажется, подождите! О, суша, наконец-то! Все живы, все здоровы, я доплыла, наконец-то! Поберегись, поберегись, мне нужна суша, земля! Все, я тут! Ты где? Вот ты где! Чё как? Давай, выходи из лодочки, булочка корица тебя из корицы тебя ждет. Не будем же вот этого кошака за причиндалы тянуть, сейчас сразу же их познакомим, да? Давай. Сидит, одинокая такая, даже не подозревает то, что любовь всей ее жизни находится у меня за спиной. Булочка! Булочка! Так волнительно, господи. Вот туда, отходим сюда, подойди сюда, не мешай им. Я хотела предупредить просто, что как бы, ну, чтобы она не пугалась сильно. Иди тогда предупреди ее. Так, булочка с корицей, короче, это тебе мой подарок от мамки, от любимой, и вот от него тоже. Вот, мы тебе самого красивого нашли. Я надеюсь, что у вас будет настоящая любовь. Все, знакомьтесь, все, не мешай. Надо отцепить ее, надо поднять. Вот так. Слушай, они будут как-то взаимодействовать или нет? Они даже не посмотрели на друг друга до сих пор. Может им время надо, придрутся друг к другу. Ну да, мы же с тобой тоже начали встречаться через 2 месяца после того, как познакомились, не сразу же, да? Ну вот, хорошо, оставим их тогда на 2 месяца тут, на этой. Ну все, оставляем тогда на 2 месяца. Слушай, а может мы ему хотя бы имя тогда вот это придумаем, а то он вообще безымянный получается, булочка даже не знает, как его называть. Так, ну давай, прозвучим. Он у нас темненький, такой черненький, как можно назвать? Ну, маму ее зовут Милка, папу Батончик Иван, ее вообще Булочка. Он тоже должен быть какой-то Сникерс или я не знаю, Орео какое-то, Киткат. Слушай, а если что-нибудь такое вот, у нас есть темное, что у нас темное? Шоколад. Шоколадный, булочка, круассан, шоколадный кекс. Точно, шоколадный кекс. Шоколадный кекс? И булочка с корицей. Идеальная пара. Слушай, иди сажай его, пусть разговаривают, пусть знакомятся. И рыба им надо. Или курочкой жареной, вот, держите вам. Бузички мои, как все прекрасно. Булочка сегодня взрослее стала. И шоколадного кекса она поцеловала. И мы их оставляем тут тусить. Прям до завтрашнего дня. Все, пошли скорее отсюда, блин.